Шеф-повар Максим Григорьев. Шоколадный фадж с вяленой клюквой и орехами. Увидев этот десерт у девочек в ЖЖ, сразу захотелось его приготовить. Во-первых, готовится просто, быстро, без заморочек и без выпекания. Во-вторых, очень понравился состав фаджа: орехи, шоколад и сухофрукты. На мой взгляд, это самое что ни на есть вкусное, очень нравятся эти сочетания. Время приготовления – 20 минут. Ингредиенты. Арахис 50 грамм. Клюква вяленая 100 грамм рам-рам. Кокосовая стружка 100 грамм рам-рам. Масло сливочное 125 грамм. Мед 2 столовые ложки. Сахар коричневый 100 грамм рам-рам. Сгущенное молоко 1 банка. Фисташки 50 грамм. Шоколад черный 200 г. Шаг 1. Для приготовления десерта нам понадобится сгущенное молоко, черный шоколад, кокосовая стружка, коричневый сахар, мед, сливочное масло, вяленая клюква и орехи, у меня фисташки и арахис. Шаг 2. Приготовим сгущенку, сливочное масло, мед и сахар. Шаг 3. Выложите эти ингредиенты в ковш. Шаг 4. Поставить на огонь и довести до кипения, убавить огонь и варить, периодически помешивая 7-8 минут. Шаг 5. Вылить сразу в миску и сразу добавить поломанный шоколад, помешивая, довести массу до однородности. Шаг 6. Добавить кокосовую стружку, половину орехов и клюквы. Шаг 7. Невысокую форму диаметром 15 на 20 выстелить пергаментом, выложить шоколадную массу, разровнять. Шаг 8. Сверху выложить, немного вдавливая, оставшиеся орехи и клюкву. Убрать в холодильник на 4-5 часов. Затем нарезать на небольшие квадратики и подавать. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.